Warface против Crossfire. Это Warface, я здесь и я всегда с вами. Меня любят все, бесплатный, не надо бежать к маме. Два зала PvP, PvE, это классно. Крутая графика, со мной соперничать опасно. Crossfire это я, лучшая онлайн игра для нормальных пацанов, я даже лучше, чем колда. Counter-Strike, Battlefield и тем более Warface. Классный геймплей, физика и понятный интерфейс. Я лучший из Mail.ru, у меня куча наград. Школьники хором кричат, охуенный пиздат. Про тебя уже забыли, про меня все говорят. У тебя фанатов нет, у меня целый отряд. Да ладно, заливайся, тебя везде обсирают. Про меня все знают, в тебя только школьники играют. У меня 9 режимов, а у тебя всего 6. Много персонажей, тебе придется на жопу сесть. Да у тебя одни читеры, поверь, их очень много. Ты просто устарел, графа выглядит убого. Твое однообразие порядком заебало. А моя задумка с ПВЕ в яблочко попала. Мой геймплей никогда не надоест, тебе ясно. Думаю, геймеры согласятся единогласно. Ты распиаренный проект для тупых детей. Warface это кал, оплот твоих мыслей. Видал мою графику, на тебя моя атака. У тебя текстурки говно, ёпта мазафака. Как ты можешь вообще переходить мне дорогу? Твои игроки только деградируют понемногу. Ты тот же Counter-Strike, и тебе здесь не рады. Полегче там, я достоин высшей награды. Здесь я Warface, лучшая онлайн игра. Лучший из лучших здесь, Crossfire я. Кто победит? Кто следующий? Тебе решать.